На железнодорожной станции Загорянская в минувший вторник сотрудники администрации округа совместно с представителями пассажирской инспекции провели рейд по соблюдению правил безопасности на транспорте. Адрес был выбран не случайно. Здесь недавно под колесами электрички погиб человек. 7 февраля в районе 10 вечера молодой человек 86 года рождения переходил на несанкционированном переходе прямо возле платформы Загорянской и попал под движущуюся электричку из Москвы. Получил смертельное ранение и погиб на месте. Значит, несмотря на то, что в 15 метрах был обустроен пешеходный переход через железнодорожные пути. На столбе возле платформы висит плакат, напоминающий о том, что в этом месте ходить опасно. Однако люди продолжают вести себя легкомысленно. Идут по скользким железнодорожным путям. И таких нарушителей, к сожалению, много. Какие у вас чувства, вот, когда вы смотрите вот на человека, который прямо, представляете, идет вот сейчас, вот он рискует? Что вы думаете об этом? У меня замирает сердце, и я боюсь получить инфаркт, потому что эти картины я вижу регулярно, когда я перехожу здесь дорогу по мостику пешеходному. Нам рассказали, что руководство администрации городского округа Щелково обратилось к Московской дирекции инфраструктуры российских железных дорог с требованием выполнить на станции Загорянская комплекс работ по приведению пассажирских переходов в безопасное состояние. Такие мероприятия поставлены в план следующего года. На 23-й год железная дорога здесь планируется на данном пешеходном переходе проектные работы по его модернизации. То есть будут сделаны накопительные карманы, будет сделан подход для инвалидов и установлен, самое главное, это светофорный объект со сигнализацией. Надеюсь, и будет, самое главное, будет закрыто железнодорожные пути от платформы до перехода. Рейд носил в том числе и информационную направленность. Пассажирам еще раз напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности дорожного движения при пользовании транспортом. Нарушители предупредили о том, что из-за своей беспечности они могут поплатиться жизнью. Андрей Цеходович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.